Хорошо, теперь бы я попросил вас открыть конспекты на странице 86, и мы с вами приступим к изучению доктрины о спасении. И как мы обычно делаем, мы с вами начнем с обсуждения значения терминов, значения слова «спасение». И я имею в виду, что мы должны понять, что означает это слово в Священном Писании. И если мы говорим с вами о Ветхом Завете, то в Ветхом Завете это слово «яша». И это слово означает «избавление», происходит от слова «спасать», «избавлять», «от чего-то освобождать». И как вы можете прочитать в своих конспектах, это слово означает «избавление», «спасение» и в некоторых случаях «процветание». Если мы говорим о Новом Завете, то это слово «созо». И те из вас, которые изучали уже древнегреческий язык, знают, что в этом слове нет дельты. И здесь на слайде вы видите транслитерацию этого слова для упрощения произношения. И что же это слово означает? Корень этого слова, и это все написано в ваших конспектах, корень этого слова означает «спасать от опасности», «обезопасить». Но это слово также используется в различных значениях в Новом Завете. И в некоторых случаях это слово используется, когда речь идет об исцелении от физических болезней. Причем в контексте нет ни малейшего намека на духовное спасение. Тем не менее, используется именно это слово. И также это слово используется в Новом Завете, когда речь идет об избавлении от какой-либо временной опасности. И примером этого в наши дни может быть случай, когда Бог спас меня от аварии на дороге. И если бы мы с вами говорили на древнегреческом, то мы могли бы использовать это слово «содзо» или другое слово «сотерия». И, конечно, есть еще одно значение этого слова, значение, о котором мы будем говорить с вами более всего, когда это слово используется в значении спасения от греха и от последствий греха. И есть некоторые тексты Писания, которые вы можете видеть в своих конспектах. И когда мы с вами говорим о спасении, то первое, что нам нужно с вами обсудить, это понятие благодати. Потому что, как мы понимаем, спасение совершается целиком и полностью по Божьей благодати. И что-то по этой теме вы можете прочитать в своих конспектах, а что-то мне необходимо озвучить. И вначале давайте посмотрим, что же означает этот термин «благодать». В Новом Завете используется слово «харис». И когда это слово «харис» используется в контексте спасения, то оно может иметь несколько значений. Все эти значения приведены в ваших конспектах. Речь может идти об отношении Бога к людям, либо о действии Божьем ради человека, либо о даре Божьем человеку. Речь также может идти о силе Божьей, действующей в человеке, о Божьем пути спасения человека. И в некоторых случаях, как во второй главе послания к римлянам, речь идет о присутствии Бога, в которое человек входит по вере и испытывает там все Божьи благословения. Поэтому вы видите, что термин «благодать» используется в разных значениях. Теперь, что касается природы благодати, то здесь можно говорить о том, что благодать — это выражение любви, как атрибута Бога. И, во-вторых, благодать — это проявление Божьей славы. И вот теперь мы с вами подходим к определению. И вот какое предлагается определение. Это действие божественной любви, проявляемое в незаслуженном благоволении к человеку. Но здесь необходимо быть более конкретным и объяснить, что же имеется в виду, что стоит за всеми этими словами. И вначале я хотел бы
объяснить, в чем заключается суть понятия благодати, сравнив благодать и справедливость. Благодать, как мы уже сказали, это незаслуженное благоволение. Таково определение благодати. И незаслуженное благоволение означает, что вы получаете что-то хорошее, причем вы это совершенно не заслуживаете. Вы это не заработали, и никто вам этого не должен был давать. Но вы это получаете все равно. Когда мы говорим о справедливости с другой стороны, то речь идет о воздаянии, либо о получении чего-то, если вам так больше нравится, получении того, что было заработано, ни больше, ни меньше, то, что было заслужено, то, что необходимо было дать. И при этом человек может получить как плохое, так и хорошее воздаяние, в зависимости от того, что он заслужил. Скажем, если вы сделали что-то хорошее, то по справедливости вы должны получить награду. Если вы сделали что-то плохое, то по справедливости вы должны быть наказаны. Я думаю, что все сказанное должно быть вам понятно и не вызывать вопросов. Но, тем не менее, вскоре мы с вами к этому вернемся. Но прежде чем мы это сделаем, я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на еще одно отличие, а именно поговорили с вами об отличии между общей благодатью, с одной стороны, и спасительной благодатью, с другой. Когда мы с вами говорим об общей благодати, то мы с вами имеем в виду благодать, которая доступна каждому человеку, всем людям, которые когда-либо жили. И к общей благодати относится, скажем, то, что Бог хранит Вселенную, сохраняет в ней условия, необходимые для жизни. И к этому относится также и то, что Он сохраняет наши жизни. И причина, почему мы относим это к благодати, потому что Бог не обязан это делать. Он не обязан сохранять наши жизни. Я не знаю, думали ли вы об этом ранее. Я думаю, что многие из вас об этом задумывались. Вот думали ли вы когда-либо о том, почему Земля продолжает вращаться вокруг Солнца по своей орбите и не уклоняется с этой орбиты и не падает на Солнце или не ударяется в Марс или другие планеты? Мы принимаем это как само собой разумеющееся, но нет никаких оснований, почему Бог должен это делать. И если бы Бог не хранил бы нашу планету, а также и все другие части Вселенной, нашу Солнечную систему, то мы бы в любой момент могли столкнуться с другими планетами. И тот факт, что все это не происходит, говорит о Божьей благодати. И эта благодать распространяется не только на верующих людей, но также и на тех, кто не верует в Бога. Я думаю, большинство из нас не делают паузу перед тем, как съесть кусок хлеба, и не говорят: «Ух ты! Спасибо, Господи! Ведь я этого не заслуживал». И, возможно, нам следует это делать. Мы очень многое воспринимаем как само собой разумеющееся. Но вот подумайте, почему атмосфера на планете Земля устроена таким образом, чтобы мы с вами могли жить? Ведь посмотрите, на других планетах этого нет. И, быть может, случится такое, что вот эта атмосфера, которая позволяет нам дышать сегодня, в какой-то момент исчезнет. И тот факт, что вот это все плохое не происходит, является проявлением Божьей благодати. Поэтому можно говорить о том, что сохранение Вселенной и также сохранение наших жизней — это проявление общей благодати Божией. И на самом деле, говоря об общей благодати, можно говорить
много о чем. Вот задумайтесь, мы на планете Земля садим и собираем урожай. Но был бы урожай, если бы не было дождя. И тот факт, что с неба идет дождь, это еще одно проявление Божьей благодати. И задумайтесь еще вот о чем. Наше общество, почему оно не злее, чем есть сейчас? Да потому что Бог ограничивает зло, чтобы мы с вами могли жить повседневной жизнью. И это относится не только к верующим людям. Это относится и к неверующим людям. Все это является проявлением Божьей общей благодати. Даже тот факт, что правительство у нас есть, быть может, не такое хорошее, как нам хотелось бы, но тем не менее, то, что общество не распадается, все это является проявлением общей благодати Божией. Но ничто из перечисленного нами не спасет вас. Вот есть спасительная благодать, в отличие от общей благодати. Эта благодать указывает на те действия Божии, которые Он уже совершил и которые будет совершать ради нашего духовного спасения. И речь идет о том, что совершил Христос на кресте. В этом явилась благодать Божия. Он не должен был это делать ни для кого. Мы не заслужили это. Но кроме этого, тот факт, что Христос совершил все необходимое для нашего спасения, не означает, что мы немедленно спасаемся. Мы должны принять Христа. И возможно, что из присутствующих здесь есть те, которые не с первого раза ответили на Евангелие, не сразу приняли Христа. Прошло какое-то время, и нет гарантии, что вы еще раз услышите Евангелие. На этой планете есть люди сегодня, которые никогда не слышали Евангелие. И спасительная благодать проявляется не только в тех делах, которые совершил Бог ради нашего спасения, но и в том, что Бог совершает для того, чтобы донести до нас Евангелие, чтобы мы в итоге обратились ко Христу. И тот факт, что кто-то из нас услышал Евангелие из уст миссионера или из уст друга, в этом также благодать. Бог не обязан был этого делать. То есть мы с вами говорим о благодати, которая была явлена в тех делах, которые Бог совершил ради нашего спасения и совершает для того, чтобы человек принял Христа и имел отношение с Ним. Итак, на эти две категории можно разделить Божью благодать. Но я хотел бы с вами вернуться и еще немного поговорить об отличии между благодатью и справедливостью. Быть может, мы не успеем все обсудить на этой лекции, так как наше время подходит к концу, но во всяком случае мы начнем. Перед началом этого семестра, когда я планировал наши занятия, я даже думал, что на какой-то момент стоит отложить в сторону лекции и сказать вам проповедь. Однако я понимаю, что времени на это у меня не так много, но я все-таки попробую. Начну на этом занятии, и, быть может, мы продолжим на следующем. И почему я все-таки хочу это сделать? Да потому что, студенты, вот это отличие и следствие этого отличия, быть может, наиболее важное, что вы можете извлечь из всего этого курса, если сможете все правильно понять. И даже не только из этого курса, из всех остальных курсов. И я много-много лет размышлял об этом отличии, размышлял своим умом, пытался понять, в чем же суть. И я готов признать, что до конца и сейчас не понимаю. И многие люди до конца не понимают. И только после того, как в моей семье случилось
страшная трагедия, когда мою жену постигла неизлечимая болезнь. Только тогда Бог стал раскрывать для меня все это. И я однажды услышал проповедь на притчу. И знаете, я эту притчу до этого читал много-много раз. И эта притча всегда для меня казалась странной и непонятной. Но вот этот проповедник, которого я услышал, помог мне разобраться и понять. И когда я понял, в чем суть этой притчи, что же имеется в виду, вот тогда я на самом деле осознал, в чем же отличие между благодатью и справедливостью. И знаете, это очень многое поменяло в моем мышлении, в моем восприятии. Вот, к примеру, знаете, будут люди, которые скажут, что они не хотят становиться христианами, потому что то, во что верят христиане, на самом деле лишено справедливости. Вот, к примеру, они скажут, что вы, христиане, верите в Бога, который обладает силой спасти каждого человека, но при этом спасает лишь некоторых. А что происходит с оставшимися? Они подпадают под вечное наказание. Как это может быть, если Бог справедлив? Быть может, у вас был подобный разговор с кем-то из ваших знакомых, или вы сами собой размышляли об этом. Вы понимали, когда пришли ко Христу, когда приняли Христа, что это не означает, что в вашей жизни исчезнут трудности и проблемы. Но тем не менее, уже будучи христианами, вы сталкиваетесь с чем-то, что по своей ужасности превосходит все, что было с вами до принятия Христа. И по-человечески вам кажется, но это несправедливо. И вы знаете, что есть люди, которые никогда не сталкивались с чем-то, что хоть как-то близко похоже на то, что вы переживаете и испытываете, и при этом они не следуют за Богом совсем. Или, быть может, есть те, которые следуют, но не так посвященно, как вы. И дело не в том, что вы втайне желаете, чтобы то, что произошло с вами, случилось и с ними, чтобы подобные ужасные вещи происходили и в их жизни. Но тот факт, что с ними ничего не происходит, кажется вам несправедливым. Почему я? Вы задаете вопрос. И поистине, бывают минуты, когда вы задаете себе такие вопросы. Скажем, вам поставлен диагноз, болезнь смертельна, или произошла автокатастрофа со страшными последствиями. Происходит что-то ужасное, страшное, и вы думаете про себя, «Почему я, Господи? Ведь это несправедливо». Но откуда вообще берется эта идея? Вот посмотрите, благодать — это незаслуженное благоволение. Справедливость — это когда воздаяние в точности соответствует содеянному. И вот, студенты, в чем проблема? Многие люди полагают, что противоположность благодати — это несправедливость. Поэтому, когда они не получают по благодати то, что другие получают, они приходят к выводу, что Бог несправедлив и обращается с ними несправедливо. Дело не в том, что я желаю, чтобы каждый испил ту чашу, которую я испил, но просто кому-то удалось этого избежать. Почему я должен ее пить? Но мы должны уяснить, студенты, что противоположность благодати — это не несправедливость. Противоположность благодати — это справедливость. Благодать — это совершенно иное. Благодать не имеет ничего общего с тем, что вы заслужили, или с тем, что вы заработали. Благодать ничего общего не имеет с вашими заслугами. И знаете, что Бог не должен никому проявлять благодать. Если бы Он был бы должен, то это означает, что мы с вами это заслужили, заработали. Вы видите, что благодать — это несправедливость. Но это и не несправедливость. Что же это означает? А это означает, что благодать не имеет никакого отношения ни к справедливости,
ни к несправедливости и тому подобное. И это крайне важно понимать. Не только в отношении доктрины о спасении, хотя, между прочим, в доктрине о спасении это ключевой момент. И это действительно очень важно понимать, потому что спасение наше целиком по благодати. А это означает, что все, что совершил Христос ради нашего спасения, все, что совершает Дух Святой ради нашего спасения, чтобы привлечь вас и меня, каждого из нас к себе, все это совершается не потому, что Бог посмотрел на нас и сказал, «Ничего себе, эти люди действительно заслужили, поэтому я их награжу». Никто не заслужил, никто не заработал спасение. Если мы говорим о том, что люди заслужили, то мы говорим о справедливости, так? По справедливости, если хотите, мы все нарушили Божий закон. Мы все заслуживаем наказания. И по справедливости никто не должен спастись. Никто этого не заслужил. И поэтому возвращаемся к этому вопросу. Почему, если Бог обладает силой спасти каждого человека, почему Он спасает лишь некоторых? Но почему вообще Бог должен кого-то спасать? Он не обязан. И тот факт, что хоть кто-то спасается, говорит о том, что Бог на самом деле милующий Бог. И если Он не хочет быть милующим по отношению к каждому, то неужели Он поступает неправильно в этом? Он бы поступал неправильно только в том случае, если Он должен был спасти кого-то, но не спасает. А благодать — это незаслуженное благоволение, незаслуженная милость. Благодать никому ничего не должна. Вот знаете, порой у нас есть такое представление, что каким-то образом кто-то что-то нам должен. И это представление, которое мы навязываем своим детям на Рождество. Вы скажете, что я имею в виду? Вы все знаете эту популярную песню «Тебе лучше не спать, тебе лучше не плакать». И знаете почему? Санта-Клаус несет подарки. И в чем суть песни? Что если вы хорошо себя вели, были хорошим мальчиком и хорошей девочкой, то получите подарок. Если вы ведете себя неправильно, плохо, то подарок вы не получите. И ребенок начинает верить, что если он хороший мальчик или хорошая девочка, то родители обязаны подарить подарок. Но подарок — это то, что дается незаслуженно. И благодать есть такой дар. И этот дар не зависит от хорошести, если можно так сказать, получателя. Он зависит от щедрости даятеля. Поэтому идет ли речь о дне рождения, идет ли речь о Рождестве, подарки — это то, что не заслужено. Они даются по милости. Знаете, как называется дар, который заслужен? Плата. И это не благодать, это плата. Теперь, есть один текст в Писании, который я хотел бы прочитать. И на следующем занятии, когда мы соберемся, мы начнем с вами его разбирать. Потому что, в отличие от всех других известных мне текстов Писания, этот текст очень ясно подчеркивает ту мысль, которую я пытался вам донести, об отличии благодати от справедливости. И если вы понимаете, в чем суть этого отличия, то это определяет ваше отношение к Богу вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни. И что же это за текст? А текст этот вот какой. Он записан в Евангелии от Матфея, в 20 главе, стихи с 1 по 16. Это притча о господине виноградника и его работниках. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным.
поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Не знаю, хорошо ли вы помните эту притчу. Я думаю, вы не раз читали эту притчу и думали, что, ну, немного странная мысль в ней содержится. Позвольте напомнить вам, о чем говорится в этих стихах. На следующей лекции мы вернемся и продолжим. Иисус говорит, что есть некий человек, который владеет виноградником, и он нанимает людей, чтобы они работали в этом винограднике. И вот кого-то он нанял, ну, где-то в 6 часов утра. И он пообещал этим нанятым работникам в 6 утра, что если они будут работать весь день, то получат плату, динарий. В 9 утра он нанимает еще работников. И также обещает им: работайте весь день до конца, и я заплачу вам динарий. В обед он нанимает еще группу работников. Затем и в 3 часа нанимает еще работников. И затем мы читаем, что в 11 часу, это по-нашему будет где-то в 5 часов вечера, так как иудеи разбивали день иначе, чем мы. Он начинался у них в 6 утра, а не в полночь, как у нас. И вот можно говорить о том, что последние работники, которые были наняты, они были наняты всего за час до того момента, как они должны были прекратить работать. И вот рабочая смена закончилась. И пришло время расплачиваться с работниками. И вот они приходят за своей платой. И хозяин повелел своему управителю начать давать плату с последних работников, сначала заплатить тем, кто были наняты в последнюю очередь, а тем, которые были наняты рано утром, заплатить в последнюю очередь. И вот мы читаем, что те работники, которые были наняты всего лишь за час до окончания работы, они получили, как и было им обещано, по одному динарию. Затем дело дошло до тех работников, которые были наняты в 3 часа дня, и также и им было заплачено по динарию. И когда работники, которые были наняты в 6 утра, услышали об этом, они предвкушали большое награждение. Посмотрите, люди работали по часу, получили по динарию, а они же сделали гораздо больше работы, причем работали в самый зной. Если он тем дал по динарию, то сколько же он должен дать каждому из нас? И вот, наконец, до них доходит очередь, и управляющий дает плату тем, которые были наняты раньше всех. И знаете, сколько они получили? По одному динарию. Иисус говорит, что они стали роптать. И, по сути, они возмущались потому, что им это казалось несправедливым. Ведь я работал настолько усердней. Ведь я, как работник, намного важнее, намного ценнее, мы можем так думать, чем все эти остальные. А они, по сути, вообще не работали, можно так сказать. И им заплачено столько же, сколько и мне. Это несправедливо. Я заслужил большего. На следующей лекции мы с вами продолжим. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.